Вітаю. Білоруські влади заявили про намір цілком нормалізувати стосунки зі Сполученими Штатами. Тим часом американський президент наведує старий світ. Він закликав британців голосувати за сябровство Великобританії у Євразії і сформулював разом з канцлером Меркель умови ослаблення санкцій відносно Росії. Американське сусвітнє лідерство і Білорусь – тема сьогоднішньої передачі. На що Білорусі – Америка, а Америці – Білорусь. Принципи і прагматика, ідеали і інтереси. Кільки важить тяжар сусвітнього лідерства? Про гэту перадачу, якою удзельнічаюць мой калега Юрый Дракахруст, палітычны аналітык Радыё Свабода Брайан Уітмар і на відэасувязі з Менску мой калега Уладзімір Глот. Таксама ў праграме. Голас народу. Злучаныя Штаты сябра ці вораг Беларусі? Для нас все сябры. Амерыканцы для нас ніхто. Ні вораг, ні сябр. Ні вораг, ні сябр. Ні вораг, ні сябр. Это точно. Контрапункт. Політичний аналітик Яфім Фіштейн про виніки вонкової політики Барака Обами. Обама фактично розказав європейцям, що краще бути здоровим і багатим, ніж бідним і больним, однак не об'яснив, як достигнути цього. Азбука свободи. Сергій Дубовець протягує розважати про те, як ворогувати. Коли громадство сприйме ідею опозиції не як ворожа, а як альтернативне, це і буде кінець ворожості, це і буде перемога. Улоусєцєва, що хвилювало білоруський інтернет на гэтым тыдні. Беларусь і США готові до повної нормалізації двухбакових відносинів, заявив міністр заміжних справ Білорусі Владимир Макей 25 красавіка. Важной часткой гэтай нормалізацыі стане пытанне пра ўзаемнае вяртанне амбасадараў, якіх США і Беларусь не маюць ўжо 8 гадоў з ад'ездам Карэн Стюарт. Беларусь да гэтага ўжо гатовая, так сказаў міністр Макей. Спадар Уладзімір, у мне пытанне да вас. Вось мы разам з вамі асвятлялі ад'езд амбасадаркі Карэн Стюарт. Чаму раней Беларусь была не гатовая вось гэтай 8 гадоў, а зараз гатовая? Ну, справа ў тым, давайце звернемся да колькасці амбасады. Калі Карэн Стюарт з'їжджала з Мінску, у амбасаді Злучаних Штатів Америки працавала 35 чалавек. Зараз там працює 6. Гэта, бачыце, амаль у 6 разоў меней. Глядзіце, што атрымліваецца. Я спецыяльна пацікавіўся у дыпламатаў амерыканскіх, што такое скарачэнне, якое нясе негатыў для іх. І вось што яны адказалі. Вось гэта вымушае скарачэнне штату прыкметна абмежавала магчымасці дыппрадстаўніцтва ажыццяўляць культурныя, адукацыйныя абмены, праграмы дапамогі і нават візавыя паслугі. Вось калі вярнуцца да таго часу, да 2008 года, чаму Лукашэнка так рэзка адрэагаваў? Мне падаецца таму, што ён быў упэўнены ў шчодрасці і ў падтрымцы Расіі. Тады ён быў, як кажуць, на кані. А што змянілася за гэты час? І чаму менавіта сёлета, вось менавіта зараз, беларускі бок гатоў вярнуць паўнавартаснае дачыненне са Злучанымі Штатамі? Ну, па-першае, глядзіце, амерыканцы знялі большасць санкцый эканамічных, гэта раз. Другое, Расія стала адносна менш шэдрай для Беларусі. Трэцяе, я б што вылучыў. Палітыка рускага міра. Лукашэнка палохаецца і бачыць, што вось гэта палітыка рускага міра, якая ўвасабляецца на Украіне, можа закрануць яго. І яшчэ Лукашэнка бачыць такую рэч. Ёсць мінскі працэс, ёсць Оланд, ёсць канцлер Нямеччыны, ёсць вельмі моцныя еўрапейскія гульцы, але гэтыя еўрапейскія гульцы фактычна не могуць уратаваць Украіну ад расійскай агрэсіі. І Лукашэнка разумее, што хто у выпадку, калі раптам Путін пойдзе на Беларусь, хто яго можа выратаваць? Выратаваць яго могуць толькі Злучаныя Штаты Амерыкі. Вось Лукашэнка, я не сказаў бы, што ён быў сябрам Злучаных Штатаў. Наадварот, яго палітыка ўвесь час была адносна Злучаных Штатаў варожая. Але пры гэтым трэба сказаць, што ён адносіўся да Злучаных Штатаў з вялікай павагай. Павагай, таму што разумеў, што гэта самая моцная ў свеце дзяржава, і толькі яна можа
выратовать, скажем, его альбо неких інших політичних гульцов. Вот такий погляд, вот заходы керавництва Беларуси, теперішні заходы, яны викликаны тим, что Лукашенко шукає підтримки для себе у Вашингтоне. І мені подається, що схема узнавлення дочинення може бути такой. Спочатку будуть вернутые військовые аташе. Я думаю, что не випадково бы у Соковіку приїзд сюди помощника міністра оборони Злучених Штатів Америки. Буде узновлено військове супрацовництво. А після, думаю, что уже після того, як пройдуть вибори президентські у Злучених Штатах Америки, мабуть, буде устане питання, і оно буде вирішено обвертання амбасадорів. Особисто я отношуся до этого, ставлюся так, ну, с таким стриманным оптимизмом. Чому стриманным? Бо уже на свой век я побачив разные и шматлики зигзаги у внешней политики Беларуси. Так вот, коли зигзагов не будет, я думаю, что неузабаве после президентских выборов в США мы побачим повновартостные амбасады, белорусскую в Вашингтоне, американскую у Менску, и Беларусь и Злучаныя Штаты будуть протягивать процесс узнавлення дочинення. Это будет, на мой погляд, непростый процесс, и он займе довольно шмат часу. Дякую великий. Ну, ось, после такого меркования стриманного оптимиста Владимира Глода. Брайан, скажите, коли ласка, ну, Владимир Владимирович потлумачив, чому Беларусь зацікавлена нормалізація дочинення? Чому Америка може бути зацікавленою? Ну, ось тепер глядіть, що Білорусь – ближайший хаурусник Росії. Росія проводить вельми небезпечну тепер політику. Ну, от Білорусь відома як авторитарна держава, як диктатура. Ну, ці не суперечить гэта основним принципам США, ось така нормалізація дочинення з Білорусі. Як ви лічите? Я не так читаю. Соединені Штати Америки мають повний масштабний дипломатичний відношення з многими государствами, многі з яких є диктатури, є авторитарні государства, наприклад, Саудовська Арабія. Ніхто не спрашує, якщо повний масштабний дипломатичний відношення між Соединені Штати і Саудовською Арабією нарушає американські принципи. Потому что это не нарушает американские принципы. Но это первое. Но я бы сказал даже, что полный масштаб дипломатических отношений с Беларусью даже обеспечит наши ценности. Я скажу как. Во-первых, независимость Беларуси – это в интересах Соединенных Штатов. Вот. Самоопределение нации – это глубокий американский принцип. И мы лучше можем обеспечить это в Беларуси, если мы присутствуем. Дипломатическим образом. Это первое. Второе. Соединенные Штаты не интересованы в том, что Россия доминировала Белоруссию или, не дай Бог, аннексировала Белоруссию. Это бы дало России возможности угрожать наши союзники Литва, Польша и так далее. Поэтому это не в нашем интересе. И если мы присутствуем, это обеспечит независимость Беларуси. А третье, Соединенные Штаты могут лучше влиять на внутренние ситуации Беларуси, если мы присутствуем, чем если мы не присутствуем. Это не значит, что мы лучшие друзья сейчас. Но это прагматически, но я тоже бы сказал, что это принципиальный вопрос. Юра, ну вот как раз так само и до вас прагматичное питание, или какое как раз про прагматизм Александра Лукашенко свечить. На что ему Америка? Ну, видите, у подтверждения того, что сказали коллеги Владимир и Брайан, я расповеду историю, которую мне рассказал американский коллега про перемовы в 2002 году помеж представниками России и Злученных Штатов. Тогда помеж России и США были выдатные отношения. Это было не у забаве после террористичной атаки 2001 года, когда Путин подтримал Америку. И вот российские гости спытали американцев, скажите, а вот коли мы Беларусь заберем, это вы как поглядите на это? И в той ситуации, хотя тогда стосунки с Беларусью были вельми кепские, американцы сказали, а кепско мы поглядим. А, ну ладно, тогда. Вот мне сдается, эта ситуация показывает, так, россияне не завсёды, что называется, пытаются у американцев, про Крым не пытались. Но когда они когось испытают про такого кшталту деяния, то только американцев. И Лукашенко это выдатно разумеет. Он, до речи, не раз, вот и на вот опошние годы, коли вельми кепские были относены, он казал такую фразу, якая многим сдавалась дивной. Злученные Штаты – фактор стабильности в регионе.
Але тут можна сказати, ну так, але гэта было так і год тому, і два тому, на што Лукашэнку вот як бы гэтае збліжэнне. Я думаю, тут два моманты. Адзін момант. Мы бачым, якую пазіцыю зараз вядзе Еўропа, Еўразвяз. Гэта пазіцыя можа быць такой і іншай. Але Лукашэнка ведае, што больш жорсткай, чым амерыканская пазіцыя, пазіцыя Еўропы ніколі не будзе. Калі, умоўна кажучы, амерыканцы здымуць санкцыі, еўрапейцы іх ужо не вернуць, што б ні было. Это такі расклад. І в гэтым сэнсе, як бы, паляпшэнне стасункаў з Амерікай, пэўная гарантыя для Лукашэнкі, што стасункі з Еўропай не будуць горшымі, чым стасункі з Амерікай. Это адзін момант. А другі момант, Америка, такія асцярожныя крокі, это выдатны спосаб дражніць Москву. Выдатны. И мы бачили подчас этого самого, подчас послания, проезжал человек с Пентагона, умнейший человек, Владимир Владимирович, умнейший человек. Вот, как бы каштуя недорого, а как бы вот это раздражнение России можно конвертовать в разные речи. Могу добавить, вот в этом плане Беларусь может играть роль, как Румания. Румания играл во время Холодной войны. Вот, если помните, look, Шевченко играл с Западом, с Китаем, а одновременно стал формальный союзник Советского Союза. Но я думаю, что сейчас мы видим, что Беларусь играет эту ту же самую роль. Не будем говорить про завершение карьеры Чаушеску, але ось Юра, ваше... Ну, конечно, я это не имею в виду. Ваша вельми цікавая заувага, что Лукашенко гуляется на тим ворог, и он ці сябра мирится. Давайте запытаемся у людей на улицах Менску. Злучаные Штаты – это ворог ці сябра Беларуси? А почему должен быть ворог или сябр? Это нормально работать, сотрудничать со всеми. Почему обязательно он должен быть ворог? Я считаю, что надо просто нормально выстраивать отношения, не искать там друзей и врагов. В современном мире я так считаю, что нужно что Европа, что Азия, что Соединенные Штаты, что исламский мир. Американцы для нас никто. Ни ворог, ни сябр. Ни ворог, ни сябр. Ни ворог, ни сябр. Это точно. Для нас все сябры. Абсолютно все. И Америка, и все остальные соседние страны, которые близко к нам, и те, которые к нам далеко, от нас далеко. Чем вы так думаете? Ну, потому что мы такой народ, который живет со всеми дружно. Враг. Чему вы так думаете? Не знаю, чувство такое. От их действий, бездействий и так далее. Вот, все. Как? Да не друзья они нам. Не друзья. Враг для всего мира. И не друг, и не враг? Особо. У Америки есть свои цели, которые она преследует. Вот, и я считаю, что благополучие белорусского народа в эти цели не входит. Ну, вот такие меркования. Спадар Владимир, ці были нешаканные для вас отказы? Ведаеце, Ганна, я хачу згадаць дзве вельмі кароткія гісторыі. Першая. Ну, хто не ведае, я ўжо шмат гадоў асвятляю працу палаты прадстаўнікоў, альбо гэта так у свеце, калі перавесці на такую традыцыйную ў сусветную мову беларускага парламенту. І вось, здаецца, летась прымаліся змены ў закон аб эміграцыі і міграцыі. І мне трапіла ў рукі такая цікавая статыстыка, што жадаючы з'ехаць з Беларуса ў Злучаныя Штаты Америки робится все более и более. И нават назывались две причины, чему так робится. Первое, это те экономичные тяжкости и складанности, которые есть у Беларуси. И другое, вера в то, что у Америки любой человек может легко досягнуть успеху. Тому вот это была выборка, але тенденция до жадания съехать в Злучаные Штаты есть. И другое, я звернул увагу на то, на ту участку людей, которые казали, что Америка наш ворог. Ведаете, у 2008 годе я был у командировцы в Селигорском районе. Были выборы у палату представников. И я ездил с демократичным кандидатом. Приехали мы в некую весочку, была бабуля. И она каже этому кандидату, каже, скажите, вы за Советский Союз, альбо супрац Советского Союза? Я буду голосовать за того, кто за Советский Союз. И я пытаюсь у бабули, скажите, калі ласка, а чому вы будете за Советский Союз? Вам что, тады лепш жилося, колбаса была танейшая, пенсия большая? Отказ был зусім інший. Она так поглядела на меня и каже, тады нас усе боялися. Дык вось мне падаецца, тыя люди, якія сёння яшчэ кажуць, что Злучаныя Штаты ворог, гэта ёсць вось наступствы, и гэта тая старая советская звычка,
коли Злучені Штати Америки розглядалися совєтськими громадянами як самий великий агресор у світі. Брайан, ось для вас, для американця, яка реакція ваша на це? Це було інтересно, тому що це було, по-моєму, год назад. Я був на цьому програмі, і був, похожий опрос із вулиці Мінська, вопрос був другий, але це був похожий. Це був, хто угрожає більше Білорусі, Америки або Росії. І це був почти єдиний гласний. Я сказав, що от це Америка. Ні одного сказав Росії. А тепер я бачу, як... Помінялися, так? Так, да, отношення на вулиці Мінська мінялися. Тільки один чоловік, якщо я пам'ятаю, сказав, що Америка – це враг. Остальний був або прагматичний, або сказав друг. Це прогрес, це інтересно. Я радий це бачити. Ну, це була не репрезентативна виборка на вулицях. Але, Юро, ви вивчаєте соціологію. Що говорить соціологія, соціологічне питання опошні про ставлення білорусів до Злучених Штатів? Ну, видите, воно таке доволі амбівалентне. Ось я гляжу дадзене опитання минулого вересня. На питання, чи утворює Америка погрозу, траціна відказує так. А відповідно остатнє – ні. Ну, траціна – це шмат, але це не більшість. Коли розмова про те, як теперішні відносини Білорусі і Злучених Штатів, то 10% кажуть, що відносини добрі, дружелюбні, а більше за 50%, що вони там прохолодні, напружені. Так само лічба висока, вже більше за 50%, але це, до речі, значно менше, ніж, скажімо, при опитаннях у Росії, где там под 80% Америка ворог. Але вельми цікаве іншое опытанне, крыху раней яно было пару гадоў таму, было пытанне пра тое, што вот адносіны як бы пагоршыліся, дыпламатычныя кантакты зведзены да мінімума, ці трэба як бы палепшыць адносіны. І дзіўна, ну, не зусім дзіўна, але ў гэтым амбівалентнасць. Амаль палова, 46%, кажу, так, трэба палепшыць. В этом сэнсе, як бы, ну, ведаеце, вот Владзімір сказаў пра савецкую спадчыну, але тады быў за спіной, што называецца, Савецкі Саюз. А зараз людзі ўявляюць, што, ну, за спіной, ўсё ж такі, 10-мільённая Беларусь, яна не можа, як бы, ворогаваць. І плюс к тому, і ми, до речі, вот это бачили в опытанні, ёсць такое, як бы, беларускае ставленне, што давайте лепш з усімі у нас будуць нармальныя адносіны. Асабліва любіць мы нікога не будзем, і нас любіць не будуць, але давайте не махаць, так бы, шашкамі, не махаць зброю. Это вельмі бачна было вось на гэтых адказах, што такога, як бы, брутальнага ставлення, это ворог, трэба ему супрацьстаяць, оно не надта ўласцівае беларусам. Дякую, Юра. 22 гады тому в Білорусі відбувся візит президента США Біла Клінтона. Гэта був адзіний візит президента США у незалежную Білорусь у історії. І гэты візит був свайго роду знаком падзякі за тое, што Білорусь першая з краіна ў СНД добраахвотна адмовілася ад ядзернай зброї. Візит Біла Клінтона ў Беларусь доўжыўся менш за суткі, але падчас гэтага візиту, акрамя афіцыйнай часткі, ён сустрэўся з моладзю Акадэміі навук, і ён наведаў месца гібелі ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у рочышча Курапаты, дзе пахаваныя паводле розных падлікаў ад 30 да 300 тысяч чалавек. І, дарэчы, за амаль 22 гады прэзідэнцтва прэзідэнт Александр Лукашэнка ніколі не наведваў Курапаты, а вось прэзідэнт Клінтон цягам менш, чым суткі аднаго візиту, наведаў гэта месца. Але размова зараз наша крыху пра іншае, пра цяперашнюю сітуацыю. Спадар Уладзімір, ці можа так адбыцца, што ў выніку вось гэтай нармалізацыі цяперашні ці будучы прэзідэнт США наведае Беларусь? Так, я памятаю, гэта 1994 год, тады асабіста быў у Акадэміі навук, асвятляў Белта, працаваў і быў у аэрапорце, калі прылятаў Клінтон. Ну, на мой погляд, адназначна Барак Абама, канешне, не прыедзе ў Беларусь. А во што будзе далей? Ну, мне падаецца, я не бяру на сябе такую смеласць, але мне падаецца, што на прэзідэнцкіх выбарах у Злучаных Штатах можа перамагчы Гілары Клінтон. І тады я не выключаю, што мы пабачым двух Клінтонаў у Беларусі. Калі ўсё будзе ладзіцца і калі працэс наладжвання дачыненняў паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі набярэ добры тэмп і будуць пэўныя змены, перш за ўсё дэмакратычныя змены ў Беларусі, то я не выключаю, што мы будзем, што можа будзе адзіная краіна ў СНД, якая пабачыць адразу двух Клінтонаў у Беларусі.
Ну, цікавий прогноз, але тим не менш, покуль гэта питання адкрытае, Юра, ось ці приєдзе беларускі президент, ці приєдзе президент США у Беларусь. А калі казаць про тое, про цяперішні яго візит, ён наведаў при канцы свайго президентскага терміну, Барак Обама наведаў стары свет. Я хацела б вас ацаніць ягоныя апошнія заявы, яны вельмі важныя. Ну, я бы выделил некалькі як бы сюжетов, заяваў. Одна з вельмі важных, хотя можа і крыху далёкіх ад як бы Беларусі, можа быць, гэта перамовы аб трансатлантычным супрацоўніцтве. Это, так бы мовіць, зона свабоднага гандлю, асацыяцыя з еўразвязам, калі заўгодна, паміж Амерыкай і Еўропай. Гэта вельмі амбіцыйны праект. Варта сказаць, што пры Абаме фактычна зрэалізаваўся іншы праект, так, ну, амаль такога ж маштабу. Это ціхаакіянскі, у якой аб'ядналіся 11 краін, і это атрымалася эканамічная супрацьвага Кітаю. І вось зараз я кажу пра гэты праект, ён можа менш у зоне увагі беларусаў, але ён вельмі важны, хаця варта сказаць, што ў Еўропе ёсць вельмі моцная апазіцыя гэтаму праекту. І ну, Абама спадзяецца, што да канца яго кіравання ён як бы паставіць такую як бы велізарную кропку. У пэўным сэнсе як бы Захад аб'яднаецца ў адзіны эканамічны саюз. Другі момант – это выступленне Абамы ў Вялікабрытаніі. Ён эту інтэграцыйную лінію там працягваў, ён абсалютна адназначна заклікаў англічан, брытанцаў галасаваць за захаванне захаванне іх сяброўства ў еўразвязе, чым, дарэчы, выклікаў раздражнення у многіх англічан, што, маўляў, не справа Злучаных Штатаў, не справа амерыканскага прэзідэнта, які сам не ў гэтым саюзе, як бы лезці ў нашы ангельскія справы. Ну і нарэшце, на мой погляд, вельмі важная заява, яна ўжо традыцыйная з вуснаў амерыканскага прэзідэнта, што ну, спадарства, надо, в прынцыпе, супольныя высілкі в сэнсе абароны і бяспекі раскладаць на ўсіх пароўну, бо гэтая норма НАТО 2% ВВП на абарончыя праекты, як бы на абарону, далёка не ўсе вытрымліваюць. І пры такім як бы пры такой гатоўнасці абараняцца, ну, Амерыка не ўсё і не вечна можа ўсё несці на сваіх плечах. А Брэн, я вот пра абарону хачу вас запытацца, але найперш адкажыце мне каротка, так ці не? Отбудется визит, еще один визит президента США в Беларусь, так или нет? Ну, все возможно. Я думаю, что это вряд ли будет во время президентства Обамы. Я думаю, что это почти не возможно. А во время президентства Лукашенко? Во время президентства Лукашенко это будет зависеть от как развивается ситуация внутри Беларуси. Визит президента Соединенных Штатов это очень ценные вещи. Это если использовать два возможности использовать это. Один, если это в наш геополитический интересы использовать этого, играть эту карту. И другое, если хотя признать что-то в таком-то стране. Если будет внутренней политической реформы в Беларуси на самом деле, и Америка хочет признать этого, и даже при Лукашенко можно признать это с визитом президента. Это возможно. Это не будет во время президентства Обамы. Он даже не был на Украине. Но это вполне возможно в будущем. Я не скучаю. Я хотела зараз пропоновать поглядеть пункт гледжения вашего сталого оппонента и сталого удельника нашей передачи Ефима Фіштейна, политичного глядальника, який зараз оценить стан американского лидерства у свете. Визит американского президента в Европу, который считается его прощальным, последним визитом на Старый континент, на мой взгляд, прошел неубедительная. Ситуация в Европе настолько сложна, что прописными истинами сейчас уже не отделаться. Ну, например, он рассказал британцам, что лучше, когда Европейский Союз будет единым или останется единым. Как этого достичь, он не сказал, потому что во всей Европе наблюдается центробежная тенденция ухода от Брюсселя. Более того, и сам Брюссель в последнее время признает, что с централизацией не все в порядке. Ведь об этом же заявил
сравнительно недавно председатель Европейской комиссии Юнкер, когда сказал, что Европейский Союз сам виноват в своих бедах. Однако же Обама предпочел рассказывать такие банальные истины, как то, что единство спасает Европу, как то, что возведение стен и заборов не решает проблем Европы. Спасибо за совет, что решает проблемы Европы, когда Обама сам, кстати, в Сенате голосовал за возведение не стены, а забора на мексиканской границе. Что делать европейцам, которые сейчас с помощью этих самых заборов решают актуальную проблему кризиса, связанного с миграцией нелегальной. Когда они коснулись вопроса Украины, он сказал, произнес такое замечательное утверждение, как то, что санкции будут сняты лишь тогда, когда будет решен вопрос о статусе Донбасса и области. Тоже замечательно, но в каком смысле будет решен вопрос? Ведь Минские соглашения предполагают принадлежность этой области к Украине. Почему же не сказать ясно, что эта территория рассматривается и будет рассматриваться американцами как украинская? Точно так же он не коснулся вопроса Крыма. Почему санкции, которые были введены из-за Крыма, должны быть сняты в случае мира или перемирия в Донбассе, а не в Крыму, не там, где возникли? Ничего этого он не говорит принципиально. И вот так один пример за другим. По формуле «лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным». Да, но я не думаю, что это придумал Обама, и не думаю, что мы обязаны этим открытием ему. Брайан, бачу по вашей реакции, вы не згодны. Я не представитель Барака Обамы, но я мягко говоря, я не согласен с своим коллегам. Первый вопрос о санкции. Есть два уровня санкций. Есть санкции, которые были специально связаны с Кримом, и они будут на месте до того, как Крим вернется на Украине. И были санкции, связанные с Донбассом. Это и в Европе, и в Соединенных Штатах. Поэтому я не понимаю этого сказанного. Я бы сказал, что я полный ожидаю, что любой американский президент, когда придет в Европе, будет стоять за единство Европы. Это в нашем интересе. Это, я считаю, в интересе наших союзников в Европе. Поэтому я не понимаю, как может иметь претензии против этого. Второй. А третий, если говорить о слабости Обамы на кризис в Украине, надо сравнить это с действием Буша во время кризиса на Грузии. А какие санкции были? А я помню, когда все смеялись на санкции в России после украинского кризиса, никто не смеется сейчас. Потому что это санкции серьезные, и Соединенные Штаты имеют много опыта, как сделать очень эффективные санкции. Вот, из опыта Ирана мы учитывали, как сделать очень эффективные и хорошие санкции, и мы это сделали, и сейчас мы видим результаты. После нападения Грузии, России не было никаких санкций. А где был Буш, он сидел рядом с Путиным в Пекине на Олимпиаде. Поэтому я просто не понимаю, когда люди читают, что реакция Обамы на кризис на Украине была слабой. Наоборот. Вчера у нас военные самолеты F-22 были в Литве и в Румынии. Американские бригады были в Европе. Все изменилось последние несколько лет. Поэтому я просто, как я сказал, я не знаю, как начинать с этим. Ну, давайте мы перейдем зараз до того, что обмярковывал белорусский интернет на этом тыдне у белорусского сетева. Вітаю! На гэтым тыдні сеткі не абмінулі тэму чарнобыльскай катастрофы. Шмат хто посціў відэа і фота з зоны. Аднак сама акцыя «Чарнобыльскі шлях» зацікавіла збольшага журналістаў ды грамадскіх актывістаў. Блогер Антон Матолька спытаўся ў сваіх падпісантаў, чаму вы не пайшлі на «Чарнобыльскі шлях». Сярод больш як сотні адказаў былі наступныя. Я працаваў, акцыя палітычная, гэта бессэнсоўна. Ці нават я за будаўніцтва АЭС. А некаторыя ўвогуле не ведалі, што была такая акцыя. Віктор Бакун падводзіць вынік апытанкі. Антон, пасля не здзіўляйся, чаму Лукашэнка тут уже 22 гады? Ён дамогся свайго ў грамадстве абыякавасць і пафігізм.
Популярной у сетках стала и история журналистки сайта Куку.орг Насти Рогатки. Попрацевавши на сайте, подчас учебы на журфаку БДУ, она отримала от своего сайту заявку на размеркование. Де размерковываться ей пропоновали? У Добруш, Тибрагин. На заробок 1 600 000. Змириться? Откупиться? Ти поехать нашкодить? Наста обуреная, а коллеги не губляют почуття гумору и приводят свои аргументы. Павел Свердлов каже, что там пригоже и есть паперовый завод. А редакторка Саша Романова пропоновує собрать выкуп за девчину на сайте Talaka.by. Затое у нас добрые дороги, любить оправдывать Беларусь. Ды чамусьці у центре Менска асфальт поклали так, что его можно отдирать руками. У соцсетках выказывают спадзяванне на тое, что это шкодніцтва американских шпионов. А рука Обамы на видео просто зробленная светлейшим у фотошопе. Улица Калинина, возле тысячи мелочей. Очень качественно уложенный асфальт. Нечто у лесе сдохло. Такий надпис поштовки теперь можно отослать сябру про Viber. У новом белорусскомовном наборе стикеров «Живелы, символи Беларуси» и фразы «Хавайся у бульбу», «Обдыманки», «Ти, будет горача». «Коли рая нема, то что это?» – пытает российский паблик МДК. Сотни сгаджаются и ретвитить. Цікаво, ти белорусы это? Это был улов белорусского сетева. С вами была Юля Коцкая. Ну, вот у таких нешаканных местах можно шукать руку Обамы. И зараз мы переходим до вельми глобального пытания, уже, якое вельми серьезно задае Сергей Дубовец. Як варахавать? Кожны час стварае свае вобразы вечных пытанняў добра і зла, з якіх складаецца адметная этыка тваёй эпохі і, врэшце, галоўнае яе пытанне – як жыць. Пра гэта наша азбука паводзінаў або азбука свабоды. За кожнай літарай – сітуацыя, роздум, парада. Сёння літара В і эсэ на тэму «Як варагаваць». Пасля публікацыі маіх эсэ на сайце «Радыё Свабода» нехта белы эмігрант напісаў, што супраць беларусаў існуе стратэгічны курс, каб сцерці самую памяць пра іх. Нават калі так, беларусы мусілі б аб'яднацца супраць варожага курсу, а не варагаваць паміж сопку. Я згадаў рэцэпт, які ўтрымліваецца ў Багдановічавым вершы «Пагоня». Там не гаворыцца «знішчайце выраджэнцаў» ці «мяшайце іх з гразёю» ці «стварайце вакол іх сітуацыю сваркі і інтрыг». Там гаворыцца «біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць». Калі гэтыя словы ўспрымаць літаральна, мы ўбачым, што вакол нас зусім не ворагі, а патэнцыйныя паплечнікі. Толькі іх, неабуджаных, трэба абудзіць. Варагаваць трэба да перамогі. Перамога тут можа быць толькі адна – канец варагавання. Не мір і не дружба, а спыненне варожасці. І зноў працытую Ларош Фуко. Замірэнне з ворагамі кажа толькі пра стомленасць ад барацьбы, пра боязь паразы і пра жаданне заняць больш зручную пазіцыю. Канец цытаты. Вось чаму гаворка ідзе не пра замірэнне з рэжымам, а пра канец варожасці ў грамадстве. Калі грамадства ўспрыме ідэі апазіцыі не як варожыя, а як альтэрнатыўныя, гэта і будзе канец варожасці, гэта і будзе перамога.
Як у приватних дочиненнях, так і у відносинах з режимом, ворогування мусить перетворитися у спаборництво за більш привабні ідеї, винікові учинки і симпатії людей. Некілька годів тому президент США Барак Обама сказав: «Коли циклон обриніться на Філіппіни, у Нігерії викрадають дівчинок, а в Україні люди у масках захоплюють будинки. Світ глядить на Америку і чекає її допомоги. США – необхідна держава». Намір білоруських уладів – нормалізувати відносини з Америкою, признання цієї необхідності. Неколі білорус та девушка Стюшка воював за незалежність Злучених Штатів Америки. Сьогодні США – один з головних гарантів незалежності Білорусі. Такий контекст їх подій, про які ми разом з Брайаном Уітмаром, Юрієм Дрогохрустом і Володимиром Глодом думали, спрачалися, шукали відкази разом.